Вячеслав Владимирович, доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, я должен радиослушателям сначала объяснить, что академик Макарчан с недавних пор заменяет, значит, Николая в нашей стране. Открывает новую звезд. Макарчан, это Николаев? Николаев. А, Николаев. Какой Николаев? Нет, нет. Вот, ну что, итак, Олег Макачан в одном из клубов города Еревана увидел и услышал молодого человека, которого пригласил к нам в студию, где он сидит на звездном диване, на котором сидели настоящие звездные монстры. Итак, зовут молодого человека. Все очень просто. Гай, доброе утро. Гай, ты пока скромная звезда, так сказать. Скромно ведешь, да. Да, расскажи нам чуть-чуть. Итак, какими судьбами? Где ты увидел академика Макарчана? Что произошло? Я приехал сюда на Россию. И увидел академика Макарчана? Я один год был, когда я приехал. Ты у нас москвич. Москвич, я понял, да. Так, живешь в городе, в котором кроме тебя живут еще около 20 миллионов людей. Так, ну что? Вот, я приехал показать себя, вот. Подожди, приехал на день рождения к родственникам, а что ж ты в бар-то пошел пить, понимаете? Родственники выгнали, сказали, иди отсюда, давай, зарабатывайте на жизнь. Ну, как подарок был моей бабушке выступление. В баре? Ты бабушку приволок в бар? Ну, вот фонтан был. Фонтан и бабушку приволок в бар? Мы не могли попасть. А, теперь я понимаю, почему академик. А по академик был тоже с другими дедушками там, я понимаю, да. И так, бабушке понравилось? Очень понравилось. Бабушка у тебя, то есть, такая продвинутая достаточно. Ну, продвинутая, она узнавалась, она не знала, чтобы с ней занимались. Ну, Майкл, с ней не была знакома. Ну, она боялась, то есть. Хорошо, что я пригласил в бар, а то, может, ночной клуб и обалдел. Внук скриптизер, да, какой позор вообще. А так, музыкант вроде, нормально. Так, то есть, ты для бабушки устроил перформанс в баре. Молодец. Отлично. Молодец. Слушай, моя бабушка у меня не просила. А потом дедушка бы не разрешил, чтобы я бабушку повел в бар. Он бы тоже пришел. Нет, он бы не пришел и запретил бы бабушке. Ну, сейчас да. Итак, случайно оказался там же, в этом баре, дедушка Макарчан, и услышал. И услышал. Да. Слушай, я всегда радуюсь за молодое поколение. Знаешь, дорогой, у них музыкальное образование какое-нибудь? Я самоучка. Самоучка. Ты как цой практически. А кто на что играет? Самоучка. Само. Само. Ты финский исполнитель Само. У меня вот 14 лет играл гитару. Эрик Клэптон, ты и Сурена Рустамян. Трое уже таких человеков. Так. Ну, я учился, чисто по самоучителям таким смотрел. В интернете стал как там играть просто аккорды, бананы, руки сжимать. По нотам там грамоте, а вот просто там сжимать, как пишут просто такой последовательный, бой там и прочее. А стиль какой ты выбрал себе? Ты больше все-таки поэт, поющий на гитаре, под гитару, или ты все-таки гитарист и текст у тебя, скажем так, добавок? Я один занимаюсь песней. Ну что первично? Сначала текст. Первично? Первично бабушка. Первично идет мелодия, там, если вокал, то мелодия вокала просто напеваю, я на гитаре напеваю, потом текст накладываю. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Типа, редко бывает там одна песня, если тебе просто слова пришли, в голову какие-то, я уже их подстраиваю. Ясно. Ну ладно, не будем мучиться. Давай, давай, Ирай, что ты у нас поешь? У меня две песни сегодня подготовил. Давай, молодец. Романтическая, мелодичная, другая веселая. На английском языке. Ну, давайте все романтическое, да? На английском языке это как-то, да, у нас путал карту. Я и Академик Макарчан знаем четыре слова на английском. Ну, не важно. Когда будешь слушать знакомый слово, поднимем руку. Окей. Такая будет интересная игра. Ну, я надеюсь, три знакомых слова я не вижу, потому что романтичная песня. Там, да, ладно. Ну что ж, итак, Рай Татарусян, премьер на Радио Ван, романтическая песня называется... Первая, I see you fly. Все, я могу поднять. Fly. I see you fly. Я вижу полет. Да, я вижу полет, мы тоже видим и слышим. Давай.
Ну что ж, давайте духовка говорить всю. You think to my eyes, like the sound of the light, or your eyes blind me. I just want to see your smile, or your gentle side, and the grace of your face. Yes, and I'm trying to keep this feeling in my heart. Sometimes you seem so far away, so far away. I see the flying, together we're trying to reach your pristine dreams. I see we're flying, together we're trying to reach your pristine dreams. I'm crying, I'm laughing at myself because I made mistakes again. Should we stop trying to keep us together? So don't be like it, don't let me know. And I'm trying to keep I see you flying, free, I'm trying to reach what we dream. I see you flying, together we're trying to reach what we dream. I see you flying, together we're trying to reach what we dream. Ну, молодец. По лицу Акадия Калгачана я понимаю, что ему понравилось, так скажем. Ну, конечно, мне. Слушай, а откуда вот это? Элвис Пресли жив, живете, живых. Ну, ты же не так разговариваешь. Ну, это классный это момент. Ну, не только Пресли, но еще исполнитель. Ну, Гранди, да. Рой Оргенсон. Да. И многие другие. Так, скажи, пожалуйста, а кто твой любимый исполнитель? Исполнитель, но у меня конкретно нет такого типа прям. Вот прямо бог. Ну, в детстве я довольно на разную музыку. Здесь я все вот очень люблю рок слушаю. Да. И в частности. В частности, я любил там король слух, там наив, такие панки. Панки, гамусы там. Ну там, ну, вот эти ребята, они жесткие, там нету никаких. Ну, такие секреты просторки. Ну, не похожи на них, естественно, у меня тяжелые мысли. Ясно. Я предлагаю сейчас уйти на рекламу. Сразу после послушаем Короля и Шута. Потом опять у нас будет Грай в эфире. Споет нам уже что-нибудь менее романтичное, более позитивное. Да? Ну, мы более веселое. Да. Ну, эта песня писалась девушка. Ну, естественно. Девушка. Итак, мы поздравляем с наступающим 8 марта уже, в конце концов. Что да, можно? Да, доброе утро, реклама. После всего остального оставайтесь с нами, не переключайтесь. Безумно интересно. Ура. Снимаю включать 10 кг и отключать потом. Помог всему, красивого за 16 кг и норма по всем. Минка по красным, минка полезет для декорационных клетка. Один из органов команда отпаковать. На 110 минут декомендуется было базы за мной не подскакать. Минус 20 цветов, выдавленный лед, а вандер. Надо на сигнала, зимгранок, зеленый снег, зимгранок, я рассечу с красным. Помог всему, минимум, и понять.
реклама на радио. Нас слушают активные.
10:26, столица, доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Продолжаем разговор. Представляем Татарусяну, который сегодня у нас в гостях. Молодой человек приехал в гости к родственникам для того, чтобы обрадовать бабушку, пригласил ее в бар. Ну, не только бабушку. Приезжал бабушку. Маму и тетю. Слушай, они тоже ни разу не слышали? Мама, тетя. Мама слышала. Мама ругает, говорит, ну что ты вот, что ты делаешь? Мы сейчас с девушками общаться, заработать первый миллион, там еще что-то. Да. А какой серьезный? Да, в мае записи. Ты московский авиационный? Слушай, ты теперь кто у нас? Вообще я радиоинженер по образованию. Ага, слушай, как бродяга. Нет, Брайан Мэй, у него там с космосом был связан. Со стратегией. Можем приводить. Так, а вот как ты себя в будущем видишь? Ну, понятно, что после Путина будешь президентом. Это понятно. А потом, кроме... То есть это музыка, это радиофизика, это что? Музыка, я есть такой известный музыкант. Музыкант. Не все. Я не все. Не ты тоже не все. Чего тебе все это не хотел? Например? Да, ладно. Кстати, я хочу сказать, что уже в стримале какой-то, да, проходил свой концерт, потом сфотографировался, посмотрели футбол, это время. А, то есть тебя никто не слышал? Бабушка только говорила, уберите, уберите эту крестьяну, дайте мне послушать внука. Я хочу, категорически запрещаю тебе играть во время любого футбольного матча с участием сборной. Я понимаю, что наши проиграли. Наши тоже слушали тебя, да? Ну, поэтому не забили 4. Кстати, забивали так здорово, потому что ты не перестал играть. Стал Кристиану Роналду? Да. Ну ладно, хорошо. Чем увлекаешься, кроме музыки и радиофизики? Ну, какие-нибудь интересные книжки, вязание, там, не знаю, может быть, мотоциклы, девушки, что? Девушки, естественно. Так. Ну, московский авиацион, сначала самолеты, потом девушки. Так. Вообще, я люблю спортом заниматься, намного меньше, поскольку первый год я... Так, какой вид спорта, какой короны? Очень я любил, я уже специально играл в детстве, это футбол. Так. И без футбола я в институте занимался. Забросил сейчас? Ну, сейчас не только забросил, иногда можно выйти, но редко, я хожу там на улице. Работаю, музыку занимаюсь. Футбольная, баскетбольная. Здесь у меня вот конкретно сейчас любимый лет, но болел очень давно Спартак болел, когда они были вот этим. Вот когда Романтов был тренером. Да, да, да. Когда... А сейчас потом я никогда конкретно с командой не болел, я люблю именно красивый футбол смотреть. Я, ну, то есть чемпионат России ты не смотришь? Мы что, отлично! Вот это я понимаю красивый футбол. Серик, крылья Советов. И Рамзан Кадыров сказал, судья ходил, сюда иди. Так, ну что, итак, вторая песня. Вот, говорят, более прикрутованная. А вторая песня «Бэнг Бэнг» называется. Бэнг-бэнг? Бэнг-бэнг. А, бэнг-бэнг. Таких песен много. Бэнг-бэнг. Бэнг-бэнг. Так. Ну, то есть вы опять поднимаете руки, то есть мы понимаем, что бэнг-бэнг. Пиф-паф, ой-ой-ой. Ну, это одна из моих первых песен. Ну, не можно рассказать. Родилась там, когда я был в туалете, там, или что-то как-то. В туалете другие родители. Бэнг-бэнг. На стиле родилась. Бэнг-бэнг я просто делал, долго думал. То есть, эту песню мы играли, вот, я группу свою собрал, вместе играли. То есть, я не мог к этой песне написать текст, как раз. К музыке, в смысле? Да, к музыке. То есть, я играл в группу, она с девушкой была, классная, Ирэн Зяут. Она вот написала как раз текст на эту песню. Ирэн, большой тебе привет. Ты был единственным армянином в этой группе? Да, был единственным. Так, я же. Если брюнет, если блондинка была. И блондинка. Надо было назвать группу «Блондины», «Блондинка» и «Брюнет». Отлично, «Блондинка». Ну что, итак, «Бэнг-бэнг», музыка Грайра, слова Ирэн. Жаль, что Ирэн нас сейчас
А хотя, может, для потомки бы это просто... Ну, да, и переговорили. Да, это не признаешься в любви. Привет. Ну, да. Так, давайте. Feels out of fear, stranger with no doubt. The mother's going nowhere, mother's useless fight. The drama seems to stay, but where to get you got? Instead of getting lost, it's keeping everything fun. Another CD passed, another single work. Don't post it for a scene from under cover first. And he decided it was, he wants his freedom back. But he don't want his freedom, can't go to buy the tag. Bang bang, the shooter's clear. Bang bang, you love the fear. Some action, concentration. Bang bang, it's getting easy. Bang bang, it's life and crazy. Forming passion, driving station. Leaving his body, life full of violence. And every moment can be the last one. Sometimes you're frightened of all the threats behind you. I don't want this fears, make your heart go. No man can mad, no far from desert towns. So did he have no choice but every lasting run. He forced his trails yet clear, he has to watch his back. To watch out every sound and every single threat. Now it's fear of those he doesn't want to hide. It would be better than to keep it all defied. And every time he down and when his boy was right, he's got to remember he's got freedom. Bang bang, the shooter's clear. Bang bang, no doubt for fear. Some action, concentration. Bang bang, it's getting easy. Bang bang, it's driving crazy. Small infection, not infection. Leaving his body like full of violence. And every moment can be the last one. The time to cry, let all the threat behind you. I don't want this fear to make your Можете присоединиться к группе, у вас будет дуэт такой. Я назвал название «Лысый и брюнет». Старик и юноша. Одобряешь. Не, ну мне кажется, что с английским есть какие-то проблемы с произношением все-таки. Ну, я думаю, что... А слушай, а почему ты вот по-русски все-таки не хочешь? Или... По-русски, или ты на Евровидении собрался? Что, что? Почему по-английски? Не собрался? Нету такой цели. Потому что академик мечтает, по-моему, послать на Евровидение. Слушай, но, мне почему-то кажется, что по-русски лучше должно получаться, или нет? Как тебе это? А, этой песни нет по-русски. Я. Ну, понятно, английский язык... Ну, по-моему, сейчас даже студия не нужна, сейчас нужен компьютер и комната. Ну, что, да, Глядь, большое спасибо, что нашел время, да. Я думаю, что, что мы вот продадим вот эту видеозапись, да? Лет через 20, когда станешь знаковой рок-звездой, там, культовый. Вот он и сказал, ну, Ирен будет рвать на себе волосы в свое время. Так. Все, я забросил. Да. Что я забросил? Что забросил свою ионику? Ну, окей. Остается пожелать тебе, конечно, творческих успехов. Да. Действительно, я просто музыка, которая призвала. Да. Хрен с ними самолетами, тем более, что, в общем-то, думаю, что самолетостроение в России не так скоро будет хорошо. Ну, тоже относительно, конечно. Слушай, а ты возвращаться собираешься на историческую родину или будешь в Москве и будешь жить?
я в Москве, я жить в Ивану не планировал. Не планировал. Ну, родственники родственники уже невесту не нашли тебе здесь, местная красавица? Не подарили? Ну, мне отец постоянно говорит, товарищ придет, там найдет тебя жену. Так. А ты ходишь с бабушкой в бар. Пожалуйста, вместо того, чтобы искать себе жену, ты знакомишься с академиком и Кирсяном. Да. В следующий раз, я думаю, что вот академиком и Кирсяном, возьми на себя эту обязанность и будешь крестным отцом. А, ты же невесту видишь? Найти невесту. Невеста! А, невеста. Да, конечно, он как Иван Грозный. Пятую, восьмую, пожалуйста. Вот. И будешь также продюсировать Грайда. Чем черт не шел? Ну что, спасибо, удачи. У нас в эфире был Грайд Атавусян. На коне Макачан видел этого парня в одном из баров нашего города и привел к нам. Чик. А еще да, Чик у академика работает хорошо. Пока что. Счастливо. Удачи.